Здравствуйте всем! Всем привет! Кто меня знает, кто не знает. Кто меня любит? Девяточка порвалась уже. Хорошо, что у меня есть две запасные колоды карт. Я уже подсуетился. Да, только придется их... Опа! Что это у нас тут такое выпало? Любовь какая-то выпадает. Что это за любовь такая мне выпадает? Ну-ка. Родной дом мне еще выпал. Дорога. Дорога почему-то родной дом. Или из родного дома мне почему-то выпали. Интересно. Так. Я проведу небольшой блиц. Попытаюсь, по крайней мере, провести небольшой блиц. На политиков Украины. На украинских политиков. Некоторых из них я знаю. Некоторых из них вообще не знаю. Вот, абсолютно не знаю. Так. Мне нужны фотки. Блин, да где оно? Вот оно здесь. Так. Пять человек будет. На гадание. Так. Первое. Карты, скажите, пожалуйста. Для Зеленского что у нас? Для Зеленский, Зеленский, Зеля, Зеленский, Зеленский. Что у нас с Зеленским будет? 2-3 месяца, 2 месяца, 2-3 месяца, Зеленский. 2-3 месяца. На Зеленского что падает? Смотрим. Если возникнут сомнения, я доложу карты. Не, у него независимость, да? Дороги какие-то у него падают, но родной дом выпадает. Там дальше что-то рабочие разговоры у него и так далее и тому подобное. Дороги, дороги у него такие себе падают. Шестерка пик. Либо он тайно передвигается, либо он в ночное время передвигается. Так. Что на него здесь падает? Зеленский. У него очень большая обида на кого-то. Деньги. С деньгами связано. Деньги либо власть. У него обида есть. Смотрите, у него есть обида, и тут же падает подарок. То есть это подарок... Ой, обида на какой-то подарок. Либо обида на какую-то помощь. Вот ему дали подарок, а он ему не понравился. Как-то так. По-быстрому я погадаю. Так, далее, что еще? Трудно ему, трудно, трудно, очень трудно. Труд делает мастера, иначе говорят карты. Труд делает мастера. Но он стремится, да. Трудно ему. Стремится он стать, я так понимаю, большим политиком, наверное. Трудно, но он идет к своей цели. Труд делает мастера. Дословно карты говорят. Вот что у него выпадает на 2-3 месяца. Я не вижу, чтобы он уходил куда-то. Я честно признаюсь, карты этого... Ну-ка. 10-9 выпали. Ну-ка, что у нас тут?
У него еще идут денежки. Денежки у него идут. Большая прибыль. Большая прибыль. Большая. Миллионы. Причем миллионы не рублей отнюдь. Большая прибыль падает. Ладно. Прибыль падает у него. Так. Как будто карты мне еще что-то хотят сказать, но... Поступление будет у него денег. У него поступление денег неоднократное будет. Еще что-то выпадает. У него разочарования какие-то есть. Разочарования. Вообще это разочарование любовное, но здесь как будто разочарование в ком-то, либо в чем-то. Вот думал, что будет вот так вот. Причем это связано с взаимоотношениями. Думал, что будет вот так вот, а получилось вот не так. Хуже получилось. Да что вы прыгаете-то? Хорош упрыгивать, я перемешать хочу вас. Что вы еще хотите мне сказать? Какая-то дезинформация идет. Не знаю почему. Дезинформация либо о нем, либо о чем-то близком вот ему идет. Самостоятельность еще плюсом выпадает. Так, далее, кто у нас? Ну, пусть будет... Что у меня, кто тут есть? Петр Порошенко. Допустим, Петр Порошенко. Я понимаю, он уже не политик, но тем не менее. Интересно на него посмотреть, что будет. Ну, допустим, хорошо. Почему-то у него выпадает, либо он в больнице, либо в каком-то учреждении. Причем это учреждение государственное, я не знаю, где он. Что он там делает? Разговоры какие-то ведет. Порошенко. Дорога. И разговоры у него о работе. Либо он уедет в ближайшие 2-3 месяца. Либо куда-то будет переведен. Как-то так вот, в общем. По событиям, что у него там будет? Да, он, скорее всего... Сейчас, секунду, что-то не то я открыл. А, во. Такое ощущение, будто его простят, что ли, за что-то. Он же там что-то обвинен в чем-то был. Его как будто простят. Я не вижу никакой... Здесь идет прощение, но трата денег идет. У него трата денег идет. Может, конфискуют что-то у него, но его простят. Он сейчас как будто где-то в каком-то учреждении. Не знаю, может, он болеет, может, еще что-то. Украинские политики. Что у нас там еще есть? Бойко. А вот на Бойко что-то не очень как-то падает. Как-то не очень падает. Бойко, Юрий Бойко. Бойко, Бойко, Бойко. Так. Подарки.
Подарки на него падают. Подарки, подарки. Дорога почему такая-то падает. Дорога еще какая-то падает. Ругается он как будто с кем-то. У него падают подарки. Проблемы внутри коллектива, либо семейные проблемы. Что у него идут подарки какие-то и дороги. Причем не одна дорога у него здесь. Материальные хлопоты. Жизнь кипит, можно сказать. Может, он болеет? Сейчас посмотрю. Нет, на него что-то грустные новости выпадают. В перемешку вообще все. Как-то вообще все в перемешку. Так. Еще мне кто-то писал о Разумкове. Блин, еще на кого-то хотел посмотреть. Забыл совсем. А, все, понял, на кого хотел посмотреть. Все, 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 все. Этот, как его? Блин. Который сейчас у нас в тюрьме. Он где-то вот в закрытом учреждении. Сейчас я посмотрю. Блин, как его? Смотри-ка, забыл ведь. Так, ну-ка обратимся. Где он? Я тебя все равно найду. Блин, да как же его зовут-то? Кум Путина или кто там он? Что ж я забыл-то? Что ж такое-то, а? Голова вообще никудышная. Так. Медведчук, ёперный театр. Фу ты. Вот он. Так, Медведчук, у него выпадает, это скорее всего, либо удар, либо тюрьма. Туспик ограниченное что-то означает, вот ограниченное. Можно через этого человека посмотреть. У него дорога идет. Любовная. Любовная дорога, либо ранняя дорога. Либо дневная дорога. Такое ощущение, будто ну, увезут его. Медведчук, что у него выпадает? Выпадает, выпадает. Так. Так. Разочарование от какой-то проявившейся тайны. Какая тайна, я не знаю. Тайна с чем связана? Тайна о родном доме. Женщина какая-то. Либо это материальная. Еще одна женщина выпадает. Либо работа выпадает. Что-то открылось. Что-то открылось, вскрылось. И ему очень из этого... плохо. Потеря доверия идет и любви. Здесь выпадает король. Либо король будет за него хлопотать, либо доверие получать. Ну-ка. Король как к нему относится? Это утрата доверия идет, скорее всего, от короля. И почему-то здесь идет траурное известие. Траур. Это 2-3 месяца, я гадаю. Что у нас тут? Траурное известие. Я вот через него хотел посмотреть. Здесь выпадает король. Утрата доверия идет. Утрата доверия идет от короля. И здесь же выпадает траурное известие. Не берусь судить, что за траурное известие. Я не знаю. Через Медведчука посмотреть. Ага. Траурное известие. Траурное известие. Траурное известие. Кому принадлежит траурное известие? Покажете карты? Нет? Не покажете.
Как я понимаю. Траурное известие. Я думаю, не покажет. Нет. Карты мне не показывают траурное известие, с чем связано. Почему-то показывают женщину какую-то, либо через женщину какую-то мне показывают. Либо женщина что-то закрывает. Не могу я тут сказать. Но мне выпало какое-то траурное известие. Я гадаю на ближайшие 2-3 месяца. Какое-то траурное известие. Так. Медведчук. Так, ну можно посмотреть последние Разумков. Ну, смотрим. Русскоговорящий он, да? Русскоговорящий. Какой-то разговор у него с мужчиной. Разговор с мужчиной. Может, какой-то иностранец. Что-то женщина выпадает. Либо любовный разговор с мужчиной по-любовному. Что-то будет пытаться там разрулить. Я еще раз говорю, я человеков, людей вообще не знаю. Тут ничего сказать не могу. Разочарование идет у него. Разочарование. Мужчина какой-то выпадает. Разочарование. Его отсекли, что ли, откуда-то? Его как будто отсекли откуда-то. Он пока остается как будто отсеченный. Я не могу понять, он отсеченный остается. Вот его отсекли откуда-то. Он пока вот в стороне, его считают, ну, как сказать-то. И, может, он уехал куда-то. Его считают таким, ну, как сказать. Ну, может, не от мира сего. Как-то вот так вот. Странноватым его считают. Больше я ничего не могу тут сказать. Здесь, если посмотреть через мужчину, у него разочарование большое, его отсекли, пока он остается в стороне где-то там. Он где-то там в стороне остается. Куда-то его не пускают. И у него нереализованный план. Он остается отсеченный пока. И в скором времени он куда-то, скорее всего, переедет. Тут гости идут. У него разочарование идет либо в коллективе, либо в каком-то мужчине. Вот так вот могу сказать. Еще кто-то был. Еще на кого-то я хотел посмотреть, но не помню. Тимошенко я трогать не буду, она не, это не политик, она пиар-персонаж. Порошенко я посмотрел, он где-то он находится сейчас, неинтересно. Так, можете сказать карты, вот еще раз, Зеленский, что-то карты мне хотели про Зеленского сказать. Вот Зеленский. Виновником каких событий для России станет Зеленский? Какие события будут связаны с Зеленским? Вот что у нас произойдет в России? Как сказать-то? Ну, виновником каких событий станет Зеленским в России?
разговоры ведет какие-то плохие, плохие, ругань. Посмотрим, что там про Зеленского у нас. Ну-ка. Он будет пытаться договориться миром. Нет, все-таки здесь идет такое нехорошее слово, как репарация. Без нее уже никак, тут деньги падают. Причем договориться на основаниях, которые будут невыгодны. Не для него невыгодны, а вот для нас невыгодны. Он будет договориться по-любовному, но через деньги. Деньги. Здесь деньги падают вот здесь. Деньги. Так, это узнали. Сейчас пока он разговоры ведет. Он ведет разговоры. Может, он уже 2-3 недели ведет разговоры с кем-то. С кем он ведет разговоры? Блин. Не показывают с кем, но почему-то здесь идут разговоры и с какое-то огорчение. Огорчение очень большое у него идет. Относительно того, наверное, что случилось. С обидой большой. Почему-то выпадает дорога в тюрьма. Тюрьма, либо казенный дом. На него выпадает? Нет. Его здесь не показывают. Тюрьма, казенный дом. Он пытается договориться. Договориться. Любовные разговоры ведет. Любовный, по-любовному договориться, но деньги здесь падают. И он будет пытаться вот сделать так, чтобы посадили. Здесь посадка идет. Здесь идет тюрьма для кого-то, но не для него. Для каких-то людей, которые... Вообще, Валет Пик — это бунтарь. Это вот, как я уже говорил несколько раз. И король у нас падает. Король — это монарх. Первое — тюрьма. Король. Второе — для бунтарей. Он будет пытаться договориться. Его условия... Заключение в тюрьму вот этих персон. Это персоны, это персона. Скорее всего, персона. Это у нас деньги. Вот это деньги. Здесь тюрьма для кого-то, а вот здесь деньги. Это его условия. Он говорит, причем говорит на повышенных тонах. Что самое обидное... На Россию падает дама пик. Что самое обидное, здесь он имеет силы. Он имеет силы диктовать. У него какой-то протекторат есть, и он знает, что ему ничего не будет. Он говорит. Как-то так. Валет Пик, он еще падал на Россию, причем падал он больше 30 раз. Если учитывать то, что сейчас происходит на Украине, для России, конечно, я такого, блин, естественно, не пожелаю. Валет Пик. Значит, это и есть Валет Пик. Ну, будем надеяться, что все не сбудется это. Что не все сбывается. Но это гадание, что я могу сказать. Просто гадание. Дороги у него выпадают. Зеленского. Но мне самое основное.
наладится, на Украине наладится. Но здесь идет не в течение 2-3 месяцев, здесь 4 месяц, скорее всего, наладится. Зеленский будет требовать посадки. Первое, он ведет разговоры, подноготные вот этого всего, разговоры, причем разговоры на повышенных тонах. Здесь, я не помню, что я говорил, какое-то общение, ну, общение, связанное с деньгами. Вот деньги, он требует деньги, деньги. Здесь он требует посадить, вот он говорит, посадить. Причем он говорит, на 8 пик это повышенные разговоры, как ругань. Вот так вот идет. Он причем не просто говорит, а он требует. И у него есть силы требовать. Карты, по крайней мере, мне это показали. Ну, на основании этого карты покажете, а что будет вообще в России? Я не понимаю. Ну-ка. Что будет в России? Какое-то вознаграждение. А с чем связано это вознаграждение? Какая-то награда будет для нас? А вознаграждение связано почему-то с бунтарем, что ли? Я не понимаю. В чем здесь бунтарь? Как может вознаграждение быть связано с бунтарем? Я не понимаю. Что за фигня? Ну давайте даму пик еще сюда, ага. Ну вот допустим, Зеленский это говорит, вот говорит он, требует, что будет? Вознаграждение связано с бунтарем. Большие деньги. Деньги либо власть. Здесь что-то какое-то идет. Ссора. Ссоры идут. Здесь идут ссоры. Семейные неурядицы, семейные проблемы, рукоприкладство в семье, либо в родном доме. Вот оно. Да. То у меня какие-то мысли не очень хорошие идут, вообще нехорошие абсолютно. А срок можете показать вот этого вот, то, что выпало? Этого вольта пик срок хотя бы. Ну вот срок. 6. Июнь. Конец мая, июнь, июль. Май, июнь, июль. А по окончании вот этого вот срока тут выпадает как точка. Туз пик. Да. Почему-то, когда я рассматриваю Россию, у меня такая обида выпадает. Ну, почему, не знаю, такая обида вот у меня. Не знаю. Обидно просто. Причем даже не то, чтобы за всю Россию мне обидно за наш народ. Почему... Постоянно как-то вот терпим, вот это вот терпим. Вот казалось бы, деньги не платят нам. Вот, ну, потерпим немножко. Я вот тоже, я терплю, ладно, месяц потерплю. Ну, что ж, у хозяина там, у директора денег нет. Ну, подумаешь, ну, потерплю я. Ну, заявление не буду писать об уходе. Ну, в прокуратуру не буду писать то, что мне денег не заплатили, с работы выгнали. Ну, у всех же бывает, да. Вот терпим постоянно, но... Рано или поздно, понимаете, ну, когда тебе жрать уже нечего, откровенно говоря, и не на что купить. Дама тут тебе выпадает, блин. Король, что король? Король, что ты? Что тут дама у тебя? Дама на тебя ложится. Что дальше? Какой-то разговор предстоит.
Разговор предстоит, кто-то наставлять будет. В ближайшее время разговор какой-то предстоит. Возможно, какая-то прорицательница. Мне очень обидно. Могли бы жить в разы лучше, но живем, извините. Ну, все из-за того, что, блин, сердечные люди. Да. Да, придется нам долго, конечно. Долго очень. Отмываться. Когда все закончится, карты, скажите? До конца лета возможно ли, что все закончится? Вообще все закончится. Что будет у нас? Вы знаете, что будет, вот на что мы рассчитываем, все обманется. Все, чем обещают, все обманется. Обман будет. Сплошной обман. Подноготное вот этого вот события, вот которое я спросил, обман. Материальное. Тут что-то с материальным связано. Обман материальное. Обман. Материальный обман какой-то идет. Мужчина какой-то, возможно, поможет потом. Мужчина какой-то поможет потом. Это конец лета идет. Конец лета, начало осени. Мужчина какой-то идет, поможет. Мужчина, возможно, женщина плюсом. Здесь помощь идет. Тут без помощи уже не обойтись. Разговоры ведутся, разговоры будут. Разговоров очень много будет. Либо нет, это еще пока не ведутся. Нет, нет. Разговоры будут. Но тут обман, обман идет, большой обман. Чаяние, надежда, того, что обещали, вот обман идет. Здесь какие-то люди новые возникают. Вот так вот. Че тебе надо? Что ты меня не оставляешь? Что ты хочешь? С ним какая-то дама. Дама. Почему-то мне здесь выходит эйфория. Либо эйфория выходит, либо если отдельно рассматривать карты, выходит обман. Обманули? Обманули тебя? По работе, да, обманули? С деньгами обманули. Так, странно, плавно я с Украины перешел на Россию. Тут взаимодействие какое-то идет. Тут взаимодействие идет, взаимодействие. Скука выпадает, выпадает скука. Скучно, меланхолия, проблемы на работе, материального плана, дороги, материального плана проблемы, я больше, наверное, не буду гадать, так уже нагадался, больше даже смотреть не хочу, чего это мне такое выпадает. Нагадался я, нагадался. Да, надо отдыхать. Карты говорят, надо отдыхать. В общем, вот так вот мне сказали карты. Неразрывно судьба России связана с тем, что сейчас происходит на Украине в ближайшие полтора... Нет, уже не полтора, месяц. Месяц-полтора, вот так вот где-то. Что-то произойдет, и произойдет это у нас в России. Интересное очень. И здесь уже попкорн нам не поможет. Уже запасаться попкорном будет бессмысленно. Уже все, попкорн закончился. Сушите весла.
паруса опускайте и выходите на берег. К нам пожалует валет пик. Что такое валет пик, я посмотрел. Валет пик падал на Украину. Зеленский будет пытаться посадить, чтобы попали за решетку. Король треф и валет пик. Но здесь не валет, вальты пик. Потому что это событие. Будет требовать он выплаты денег. Выплата денег. Причем Россия может деньги не выплатить. Я не видел выплаты денег. Хоть какая-то выплата будет, ну хоть какая-нибудь. Я не вижу. А извинения будут? Там извинения что-нибудь? В этом плане что-нибудь такое будет? Нет? Будет? Нет? Что у нас будет? Вот какой-то мужчина падает. Здесь мужчина падает в будущем. Ну, такой мужчина довольно-таки жестковатый. Но он, возможно, конечно, что-то и скажет. Но здесь почему-то падает такое злословие, но одновременно с любовью падает. Не знаю, как трактовать. Злословие с любовью. Да. Необычный мужчина какой-то выпадает на Россию. Далее. Но он знает, как деньги делать. Странно. Выплаты я не увидел. В общем, вот как-то так. Ладно, спасибо всем большое, я погадал. Если понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк, оставьте какой-нибудь комментарий. Получается, вскоре что-то интересное произойдет уже не где-то, а непосредственно у нас. Вот что-то интересное произойдет. Что-то, что связанное с вальтом пик. Вот он уже упадает. Вот он. Уже скоро. После какой-то болезни, либо какой-то душевной травмы, выпадает валет пик. Это связано с материальным. Материальное, любовное. И вот туз у нас тут. Вот. Вот так вот как-то. Меня выпадает. Ну, вот что-то в этом роде. Как-то так. Не огорчайтесь, это только гадание, как я повторял уже много раз. Это всего-навсего гадание. Это не значит, что это будет так. События имеют свойство меняться, чередоваться, не происходить. Все зависит от того, что у нас случится вскоре. От обстоятельств все зависит. В общем, как-то так. Спасибо большое и до свидания. Надеемся на лучшее. Надеемся, что это все не сбудется. До свидания.